В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с главным советником при ректорате Риязом Минзариповым в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума «Твой ход». В рамках встречи были освещены вопросы студенческого самоуправления Казанского университета. В частности, роль старост, академических групп, общественных организаций и объединений, а также формирование профессиональной траектории студентов вуза. Студенческое самоуправление в университете развито. Здесь очень большая заслуга нашего проекта воспитательной работы. Департамент по молодежной политике, они вообще молодцы, создают условия и стараются, чтобы ребята действительно сами, так сказать, активно включались, так сказать, какие-то управленческие функции, которые есть в университете. Всероссийский студенческий форум «Твой ход» – это главное студенческое событие года, на котором собираются победители и финалисты ключевых национальных конкурсов, лидеров студенческого самоуправления, молодых преподавателей, проректоров по молодежной политике и ректоров со всей страны. Участники форума встречаются, чтобы обсудить и проработать ключевые вопросы студенческой повестки, посвященные развитию вузов как пространству раскрытия и применения потенциала каждого студента. Бояться не надо. Они же хорошие вещи будут предлагать. Как улучшить жизнь студентов, как активизировать их, так сказать, активность в общежитиях, допустим, или в аудиториях, чтобы ребята сами решали свои проблемы. Вот это главное. Определить свой потенциал, прокачать профессиональные навыки и разработать личную траекторию развития. Все это и не только может сделать любой студент Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Карина Саяхова, Никита Акиньшин, Андрей Багаудинов, Универньюз.